хорош. Слушай, а тут, наверное, окунь, да? Вроде можно встать. И, короче, вот. Страшно идем. Было? Нет. А еще Умка грела меня все время. Я бы так сказал, на 2,5 щучка. Вот это удачка. С ночной поклевкой. С ночной щука. С такой пастью. Ух ты. Вот это красотка. Всем доброе утро, друзья. Вот, наступил тот день, когда Анушка выздоровела, и наконец-таки надо ее отвезти тоже на рыбалку. Танютке подарили. У меня новый шлемофон. Привет танкистам. Да, сейчас мы выезжаем на нашем квадроцикле Росомаха в тайгу. Ехать нам долго, 6 часов. Заправились мы полностью топливом. Взяли с собой покушать. Не проехать, не пройти. Удочки, спиннинги. Одеваемся и выдвигаемся. Да, речек будет путешествовать долго. Да, мопс? Эх, самый счастливый, это мопс. Переплыли озеро, стекает. Анечка пробует включить передачу. Большое, поэтому плыть минут 5 от силы. Все, первый преграду мы сделали. Теперь тайга. Нагнали нашего друга. Он поехал дальше. Идем гулять, идем. Ричи, ну что, будем собираться ехать? Ричи, надо собираться ехать. Я ведь деловой в тайге вообще. Да, Ричи? Ты такой деловой в тайге? Да? Ну что, Ричи, поехали, давай садись за руль. Садись за руль. Погнали. Так, ну что, поехали, дружочек мой. Сейчас давай выставим скорость. Скорость выставим. Ну что, погнали? Мы поехали. У нас небольшой привал. Перекус. Друг наш сломался. Полетел у него вариаторный ремень. В прошлый раз колеса, а в этот раз вариаторный ремень. Поэтому мы свернули к ближайшему озеру. Расположились чисто пообедать. Потому что время мы уже в пути почти 3 часа.
и надо выпить чайку. Чаек мы сегодня пьем с чагой, с лимоном, ну и, соответственно, чай. В общем, сломался в гусеничном вездеходе вариаторный ремень, может быть, еще что-то такое. Собакам бежать 55 километров еще. Сейчас поедем одним квадриком, сгрузимся. Хорош. Так, сейчас я развернусь. Тем более задний привод. И поедем. Хорошо, вон собачка. Подрались собаки. Очень сильно лапа поранена. Мы будем смотреть. Так, ну а мы с Виктором двигаем вперед. Нам велено идти. Вон какие тут жуткие болота. Короче, жесть. Ужас преужасный. Мне Виктор выломал палку-выручалку. И мы, короче, таки идем. Начинается. Я хотела сказать, о, смотри, заяц бежит, а это умка бежит. Ага. Вот, короче, по такому дровяному мостику будем идти, а там где-то будут ехать. Я сейчас буду учиться вот с такой вот палкой. О. Хорошо, когда у тебя тут провожатый. Виктор, не спеши, я сейчас буду с Вальдемара снимать. Слушай, а тут, наверное, окунь, да? Тут все? Есть окунь. Вон, блин. Круто. Ага, так. Ну что, наверное, Вальдемар сейчас сам двинет. Тут тоже, наверное, ясь и щука. Здесь, да. Да, здесь. И мы сейчас тоже вполне сгодимся под язя и щуку. А что, он будет ехать по вот этой черноте? Так, ну вот, техника пошла. Держим кулачки все. Держим кулачки. Потому что нам надо попасть домой. К лешему на куличку. Ну, тут нет никаких, да, свежих? Нет. Ну, в общем, почапал вездеход себе, а мы пошли себе. Ничего себе там. Я представляю, что там. Какой ужас, какой ужас. Ну, как бы движется. О. Там просто звездец. Ага, вот, вот и сели. Ага, включили заднюю маленько. Ладно, сейчас, наверное, будем настил делать. Так, ну что, наверное, надо настил делать, да?
обходить? Ага, ладно. Так. Ну, в общем, сейчас, наверное, будем доставать. А? Здесь. Так, все поняла, ага, сейчас. Здесь тоже ужас какой. Болото. Топи. Топи, топи. Опа. Слушай, вели на свет. Так, это мы сейчас к нему, получается, идем, да? Пока нет. А? Пока еще нет. Так, я думаю, слушай, наверное, вернуться надо. Так, мы с ним вон там обойдем, к нему пойдем. Ага. Вадимар, погоди, мы сейчас придем. Не газуй. Вроде можно встать. Самый кошмар. Вот тут какая-то... Что-то проложено вон. Щупаем. Палка и свет идти. Я вот здесь по бутям там приезжал. Ага. Отсюда здесь приезжал. Ну. Что-то говорили. Ну, по-твоему. Ну сейчас, блин, закопается еще больше. Ты говоришь, кто-то ездил? Конечно. Молодцы. Я не знаю, он уже копался. А? На чем пробились? Угу. Да блин, сказали же там не газовать сейчас еще больше. Вот шлифует. Так, там надо, наверное, что-то подложить будет, да? Ага. Да, я ложил. В общем, сели мы
здорово. Мы будем думать, что делать. Мы обошли на поле. Да, там прямо сразу же. Куда вы ехали? Все чумазы. Там жижа просто вообще невероятная. В общем, сейчас цепляем крюк и будем протягивать. Сейчас нам перебросят веревку. Будем цепляться лебедкой. Собаки по уши сразу же вон топятся в болоте тут же. Вот сейчас попьют. Будем пробовать до какой-нибудь березы дотащиться. Ага. Умка, умная собака. Не полезла в топе. Снимаешь, Анечка? Да, снимаю. Эх, веселуха! На ночь глядя, да. Кому не спится дома ночью, приезжайте к нам сюда. Тут весело. Так, привязываем бутылку и думаем, как веревку перебросить. Бутылку не выкидывайте. Ты можешь вот так размотай? О, нифига себе, аж мне даже в глаз попал. Ура! Переброшено. Наша собачка вчера подралась, или точнее напали охотничья на Ритчика. Очень сильно вот ту вот лапку, короче, схватили. Прямо мотали. Я вон тоже, вон видите, из пасти выдирала лапу. Там такой жим у лайки. Ну, стой. Короче, мне тоже палец маленько прокусили. Вот, короче, не знаем. Ночь кое-как промучились. Ну что, понять не может, скажи, что тут вот так вот, не так вот, вот так вот. Да, вот так вот лапка. Вот так вот лапка. Ну ничего, ничего. Вот думаю, надо все-таки, наверное, давай сделаем ему эту повязку. Ему с повязкой будет легче, с тугой. Угу. Сейчас сделаем тугую повязку. Какой у нас маленький травмированный мопс. Не успел доехать на ножку, а уже трехножка. Укусил его лайка. Очень сильно потаскал его за переднюю лапку. Но Ричи молодец, держится, не плачет. Лапка сильно не опухла. Неприятно, но с тремя лапками кататься это очень тяжело. О, а это ты куда? По воду. По воду? Ух ты, круто. Вы вчера намотали, да? Да. Надо придумать, она будет колом все не становиться, чем промазать, наверное. Может, подсолнечное масло взять, нет? Можно, знать, что даже если она помогать будет, ну вот, надо чем-то смазывать, потому что любая леска сейчас будет сильно обмораживать. Угу. Шестаковский же только и создал бальзам для того, чтобы угу. Смазывали леску. Да не говори, или желудок, или леску. А что, не сильно далеко река ты, да? Вот она. Да? Нифига себе. Целая Истра течет. На весной вот до дома доходит. Нифига себе. И мандарин. А что ты будешь собакам варить? О, кашу. Кашу? Эльдемар, я хоть не собачку, свари мне тоже кашки. Где-то там вон моя эта. Кому сколько яичек?
Так, ну мне два. Виктор, тебе? Сколько, тоже два? Яичница с помидорами, с мандаринками в виде помидоров. С витаминками. Я сейчас собаку беру. Ну что, стоишь? Болезный. Решили перехитрить лайк, намазали им паштета на хлебушек, думали, с хлебушком сидят. Ага. Не тут-то и было. Сейчас все сделаем. Наш утренний завтрак готов. Можно садиться кушать. Всем привет любителям рыбалки спиннинговой и отдыхающих просто на природе. Вот и выбрались мы в очередной раз в нашу поездку. Приехали опять на то же озеро. Долго добирались, но мы добрались. В этот раз мы приехали с Анечкой. Вот, и Анечка будет нам показывать свои успехи по рыбалке. Привет всем! Я сейчас навязываю супер титановый поводок. Фрикцион отпустила. Ну, пожелайте нам удачи! Да, будем пробовать поймать сегодня что-нибудь, рыбу. Что-нибудь. Да. Погнали! Что же у нас тут клюет? Рыбачим на воблеры. Воблеры косодака. Опа! Да ты что? Есть! Вот это да! Ну сегодня полнолуние, кстати, она должна хорошо брать. Блин! Все, ушла? Да нет! Фрикцион срабатывает. А ну тут можешь уже маленько приехать, попрыгать. Ух ты! Ничего себе! Ух ты! Вот это да! Подпак давай, подожди. Малышка! Вот это да! Тихо! Умка, не лезь! Сейчас. У нас все как всегда не собрано. Держи ее там. Так. О, ух ты, хорошая! Умка! Уйди, Умка! Аня, вот тут все просто возьми. Пошли! Возьми, подпиши чуть-чуть. Так! Первый ботинчик, да! Так, пошли! Так! Ну вот, друзья, первая вообще поклевка, заброс просто. И я бы так сказал, на 2,5 щучка. Вот это удачка! И я вообще прямо за самого берега взяла. Блин, это залетная, беленькая. Отличный трофей, можно сказать. Так, сразу, наверное, выйду, клади. У нас собаки. Того, что сейчас... Так, собаки, давайте гуляйте. Давайте идите, да, займитесь. Прямо на поверхность. Так, ну-ка не лазь, ну-ка. А главное, чтобы собаки у нас не поплыли. Или дураков нету. Что я тебе там не перекинула? Да, периодически с одного места сходи, чтобы она поднимала. А, хорошо, хороша, блин. Красотка, да, я прям не ожидала. Спокойненько так взяла. Ну слушай, не сильно большой. Так, вон как. Карманный вариант. Ага. Так, быть. А то сейчас на крючки попадешься мне. А ну покажи ее. Да, такую бы надо отпустить. Вальдемар. Конечно, отпускаю. Угу. Даже не заморачивайся. Не шибко это. Сейчас я бабочка отпущу. Че, так, получается? Мне, наверное, надо этот. Щипчик? Ага, поможешь? Да. Вот воблер какой другой. Хотя тоже. Ну, я вот мне ядовитый в этот раз. Поверь, здесь ощущение, что рыба клюет не от воблера,
Просто есть она, подошла или не подошла. Слушай, можешь мне помочь, а то что-то я не получаю. Ну что? Пускай, пока, только сильно по щучьему велению, по нашему котеню, за хорошую рыбалку, за удачу в жизни. Потому что... Ай! Подожди! Ай! Давай! Пью! Буду обойти, также вдоль, там речка начинается. Ага. Вот, смотри, видишь, первый загиб, а вон второй загиб. Ага. Вот туда они ходили, там кидали, там у Виктора оборвало этот. Нет, не тут. Главное, чтобы они... А брейк-то, видишь, ушел, он-то с нами. Мумке пока интересно понаблюдать, как, что мы там кидаем. Так вот, видишь, что брейк может это... А брейк пойдет Виктора искать. О, удар был. Был легкий удар. Опа, есть! Пацановская отточка. Все, отцепился. Тычка. Удар был. Легенький был. Но удар. Опа, есть. Есть. Есть удар. Вот это да. Хорошая крокодильца убит. Ну вот, друзья, еще одна такая же. Фу-ху. Отлично. Отлично. Горяло. Здесь. Есть. Ай, какой маленький. Тихо, Умка, иди. Иди, Умка. Не лезь. Такой маленький щуреночек. Ай ты, боже мой. Я же чувствую, что охотится малышек. Маленькая-маленькая. Вон как схватила. Щука. Не знаю, выживет, не выживет. Может, выживет, я и не сильно поймал. Давай, бежи. Все. В принципе, я и там только чуть-чуть задел. Ну, молодец, молодец. Щуренок маленький, а уже охотник.
раз ударила, значит ходит здесь. Дюнка, иди. На крючок, Дюнка, иди. Не местные, смотри, все не местные. Вот такая килограммушечка. Я от таких отпускаю. А? У нас три собаки, сейчас надо кормить. Вот эту, да, эту собачки. О, блин, глянь, комар вылаз залетел. Помочь достать? Нет, букашка вылаз залетела. Это Умка, вам будет мясо. Ну вот такой вот, килограмма на полтора. Вот поймал. Еще одну красоточку. Димочка. Немножко нарыбачившись, немножко наловившись рыбок, да, мы оставляем все свои снасти здесь до утра. Идем. Пойдем ягоду пособираем. Да, идемте домой, в лес ягоду пособираем. В общем, погнали. Отдыхать, греться, кушать. Да. Так лежало, бревно лежало. Его муравьи так вот все разгрызли внутри. Устроили себе там муравейник. Такой вот целый дом у них. Дошли мы до пограничной зоны одного из лосей. Вот так вот делают в лесу лоси. Метят свою территорию или свою границу. Подошел, обглодал, пометил своими запахами. И все. И другой лось сюда не подойдет. Ну или будет уже нарушать границы. Ладно, мы-то, слава богу, не лоси. Пойдем дальше. Продолжаем чистить щучью икорочку для того, чтобы ее сегодня засолить. И спокойненько через пару часиков ее скушать. С удовольствием. Так. Для этого мы чуть-чуть начали. Разрезали мешочек, положили на тарелочку. И вот так вот ложечкой, так как рыба свежая, поймана буквально нами полчаса назад. Ну вот так вот потихонечку. На улицу не хочу. Я думаю, знаешь, его может в стайке загуливать. Да. Там что, в принципе, никто не прыгнет. А там в стайке видно. Так, еще один кусочек. Так, приближаемся к завершению. Я же гораздо начал держать. Ага. Навидался вообще. М? Навидался, будь здоров, сколько. Маленькая, я попробую тебя найти. Так, я все. Думаю, слушай, может быть и хватит. Мы сейчас эту голову отрежем. Она туда встанет, эта голова. А ты ее... Варя одну голову, потом вторую. Теперь нет, у меня-то, слушай, голова-то у нас одна. Солим и корку. И все. А голова-то найдет. Ну и все. И, короче, а все остальное у меня эти. Слушай, она еще, между прочим, шевелится, голова. И ради бога. Ну, сокращается. И после того, как мы посолили, берем ее, перемешали вот так вот. Ну, все равно на бутерброд намазать. Вот, часик сейчас постоит и будет готово. Отлично.
и курку сделали. А это собачкам отдадим. Не надо. Короче, у нас ужин. Вот у нас икра, мы ее приготовили. Вот у нас буквально салатик. Два часа назад. Масло. И Васильич. Да, сейчас будем есть. Пробу снимает. Первые щучки. В тот раз ту поездку мы что-то так не делали, я не знаю, что-то на удивление. Поэтому, ох, и корочки свеженькая. Ух. Молоденькая. Яхонтовой. Она. Ничего страшного. Ну, за победу. И короче, вот. Страшно было? Нет, потому что я с Виктором и две собаки. А еще Умка грела меня все время.